Слава Господу. Слава Богу. Хотел бы сначала прочитать от Матфея 4 главу с 23 стиха и ниже. «Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие, Царствие, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, и прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Дорогие друзья, Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тот же. Господь также сотворил чудо в моей жизни. Когда мне было 3 годика, я перебегал через дорогу, меня сбила машина. Мое колесо переехало мою голову, у меня голова была тюльпанчиком, расколота на 3 части. Прямо как бы открыто все было. Также на мне не было живого места. Когда врачи открыли все, живот скрыли, органы проверить и все это ребра, все было на месте, все было в отличном состоянии. И Господь, Он остается верен, Он есть Бог исцеляющий. Аллилуйя. Тогда поможет нам Господь, благодарить Его. Также сегодня, если сердца есть, которые нуждаются в исцелении, может не в плоском исцелении, а в исцелении духовном, Господь сегодня на этом месте, Он готов исцелить каждое сердце, наполнить Духом Святым, произвести свою работу, да будьте благословенны. Жив Господь. Аминь.